Доброе утро. У нас бабушка. Бабушка, доброе утро. Бабушка уже 5 километров прошагала. Очень рано утром. До того, как не так жарко. Уже чувствуется духота, да, мам? Ну да, в тени еще хорошо. Но явно не прогулочная такая прогулка, это, погода. Вчера было отлично, вчера туман был. Мы это самое, я только что вареничков сварила, потому что Дяшик любит бабушкины варенички, ну и я тоже не отказываюсь. Так что благодаря бабушке у нас будет крутейший завтрак, да, ты Дяшик? Давай, ты куда пошел? Я не поняла. Ты куда возбудился? Ты думаешь, ты со мной идешь? Да, да. Всем привет. Я использую момент, пока у меня мама съездит за продуктами, а то у меня в холодильнике уже мышь повесилась. И хорошо, что были вареники в морозилке. Так что ура, спасибо маме. Мама мне еще компот принесла. Классный такой у меня. Ух, сытный завтрак был. Ладно, едем за продуктами. Скупилась я. Посмотрим, сколько это будет мне стоить. Ну, друзья, отгадываем, сколько эта тележка мне обошлась. Во сколько? В общем, заплатила я за это $190 и 84 цента. Но я еще не купила мясо. Это так. Все остальное, кроме мяса. Так что я сейчас еще по пути домой заеду в Aldi, подкуплю мясо. И будем ехать. Зашла в Aldi и здесь оставила $69 и 28 центов. В общем, в общей средней сложности сегодня я потратила на продукты, ладно, и дайперы. Дайперы и тушь, включая в эту сумму, будет примерно $260. Многодетная семья. Так, друзья, присаживайтесь и продолжаем тему ответы на вопросы. Итак, этот вопрос пришел мне 2 года назад, после того, как я сняла видео «Американская свадьба». На американской свадьбе или что-то такое. С того времени я еще сняла одну свадьбу, это была американо-русская свадьба. И вопрос пришел, а на американских свадьбах горячее не подают, только сладкое? Я уже отвечала на этот вопрос, но отвечу опять, кому может будет интересно. Я немного расскажу больше об этом. В общей сложности я была на, включая свою свадьбу, на 17 свадьбах в Америке. И расскажу из своего опыта, какие бывают свадьбы в Америке. Должна сказать, что здесь нету такого стандарта, какая свадьба должна быть. Американцы, они делают свадьбу, какая им удобна, какая подходит к ихнему бюджету. Никто там не задумывается, ой, а что люди скажут? Что скажут, то скажут. Не имеет значения, делают только так, как удобно им, как удобно паре, кто сколько хочет тратить, столько тратит. Хотят кормить горячим, хотят кормить горячим, хотят нанимать какое-то шикарное здание, то есть арендовать шикарное здание, арендуют шикарное здание, кто делает дискотеку, кто не делает дискотеку, у кого принято, у кого не принято, кто делает только сладкое, кто делает пир горой. В общем, расскажу вам немножко о своем опыте. Я не буду называть никакие имена или кто эти люди для меня, так как
некоторые браки уже распались, и поэтому ну, как-то уже не актуально. Итак, на первой свадьбе мне посчастливилось, я даже была дружкой. Эта пара, они уже женились, уже у них была как свадьба, роспись, у них была роспись. И только через год они сделали вот хорошую такую свадьбу, где вот традиционно. Это была американо-русская пара, она приехала по визе невесты, у них была роспись. Но в течение года они планировали вот эту большую свадьбу, где было много-много гостей. Было венчание, красивое платье дорогое, смокинг у жениха, лимузин, который привез нас из дому до церкви. Была церковная церемония, я была дружкой, у нас были красивые букеты. Координировал цвет с моего платья. У меня было сиреневое платье, так как я была дружка, значит, я как представляла цвет всей церемонии, всего празднества. Так что салфеточки там в букетиках были вот, были вот эти цвета. После церкви приехал лимузин, отвез нас в гостиницу. Они арендовали большое помещение, многие гостиницы предоставляют такие возможности, ну, у них довольно такая большая зала была. Они выбрали еду, которую уже на тарелочках вам приносят каждому гостю. Не было ни фуршета, ничего такое, просто официанты вас обслуживают, приносят вам вашу тарелку, то, что жених с невестой выбрали. Я не помню, был ли у нас выбор, потому что иногда высылают, когда приглашение высылают на свадьбу, спрашивают, что вы хотите, там, говядину или курицу. Возможно, это было, я не помню на 100%. Единственное, что я хочу сказать, что вот то, что заказали, то вам и принесли. И всегда после этого обычно сладкий стол, это большой торт, традиционно жених невеста вместе разрезают этот тортик и потом уже всем гостям. У них был диджей, были танцы, вначале традиционно там танец невесты и жениха, а потом уже пошло-поехало. Ну, эта пара уже была два взрослых человека, ну, там обычно у молодых есть там танец с папой, танец с мамой. Здесь такого не было. Было весело, и я словила букет. Я вышла замуж после этого. Так что следующая свадьба будет моя. У нас свадьба была очень-очень простая. У нас получилось так, что я узнала, я беременна, и мы с бухты-барахты, я сказала, я ждать не собираюсь, чтобы у меня был живот. Так что мы, по-моему, спланировали нашу свадьбу меньше, чем за месяц. И все, знаете, в последний момент у нас как-то складывалось. Вначале мы нашли церковь, очень красивую англиканском стиле церковь, и получилось так, что мой босс помог нам ее арендовать, так как это было на территории Талсетского университета, он мог заказать это бесплатно, так как он был студент этого университета. Так что и при этой церкви есть тоже такая комната, где можно делать типа закусочки или что-то побольше. У нас побольше не было, у нас были просто закусочки, у нас был сладкий стол, пунш, никакого алкоголя. И орешки там, такое очень-очень минимальное. Мы сделали букет, ну как бросаем букет, вот эту чулочек, это мы сделали, а потом мы сказали, мы идем вот этот ресторан, кто хочет с нами пойти. Это не было, что мы за всех платим, нет, это как просто собралась компания. У нас, в общем, было очень-очень все просто, дешево, и всего у нас было не то 13, не то 15 человек, так что это включая меня и Дэнни. Следующая свадьба. Это тоже была взрослая пара.
Мы приехали, была красивая церемония в церкви. Невеста тоже была наряжена в платье, все как полагается. После этого нам сказали, что все едем в такое-то там кафе, Мы туда приехали, там никто никому не давал еду, разве только вы пойдете и закажете. И я даже не помню, чтобы был торт. Честно говоря, был там торт или нет. Ну, мы немного посидели, и жених с невестой уехали на свой медовый месяц, и мы тоже разъехались. Как-то было так. Очень просто, мы были рады за них. И здесь, знаете, вот здесь нет такого, о, боже, они даже тортом не угостили, какой позор. Вы знаете, здесь люди приезжают чисто отпраздновать с вами это событие и порадоваться за вас. Порадоваться до такой степени, какому позволяет ваш карман. В общем, здесь нет такого. А единственное, скажу вот про эту свадьбу. Это была следующая. Следующая свадьба, это была Денины родители, 50-летие свадьбы. Они решили сыграть свадьбу по новой, где все их дети и внуки участвовали в этом торжестве. Наши девочки были цветочными девочками, которые лепестки разбрасывали. Дэнни был за место отца, который ведет. Дэнни мой, он усыновлен. Единственный ребенок, который был усыновлен ими, не биологический, там были биологические дети и Дэнни. Дэнни вел свою мать к алтарю. А их кровный сын был пастором, потому что он и есть пастор, он их венчал. Я была одной из дружек, и куча других девочек, внучек и дочек, и это самое, невесток тоже были дружками, и то же самое было на стороне отца, были его дружки, родственники, сыновья, внуки, вот в таком стиле. И они тоже, они не заказывали специальный сервис, который делает еду. Там чисто это происходило все в церкви. В церкви была большая столовая, и члены церкви с радостью помогли им это все организовать. И каждый готовил что-то, принес что-то. Кто-то, женщина делала торт. Я попытаюсь показать вам все в фотографиях. Просто в то время я влогером не была, и мне как-то жалко, я не сняла все, что я хотела бы вам показать. Там было намного больше деталей. Следующая свадьба, это была молодая пара, он только закончил школу, он уже с этой девушкой встречался где-то год, после этого стал риэлтором и сделал ей предложение. Только со школы они оба, ну, у него уже была хорошая зарплата, и он арендовал квартиру, мог оплачивать их проживание, и поэтому не была свадьба. Они арендовали очень-очень красивый старинный отель. Кстати, я вам показывала когда-то Рождество под небоскребами, там был Санта-Клаус. В этом отеле очень красивые детали сделаны. Они арендовали эту залу, там были столы. Вначале была церемония в другой комнате, а потом мы перешли в этот очень красивый зал с старинными деталями всеми. И там был чисто сладкий стол. Заказанные кем-то, они заказали у кого-то там, но был только сладкий стол. Там была два разных вида печенья и, конечно, торт для молодожен и торт обычно есть торт для жениха. Ну, в общем, почти как у нас, типа вот напитки и сладкое, но у них еще был диджей и танцы. Атмосфера была очень красивая, это была такая ноябрьская свадьба, и мне лично понравилось. Следующая свадьба была чисто русская свадьба.
в русской церкви Новой Америки. Тут, конечно, было шик. Столы были украшены просто восхитительно. Вот жалею, нет у меня вот этих деталей вам показать. На каждый стол все было красиво накрыто, настоящая посуда. В центре каждого был великолепный букет с такой канделяброй, очень красиво выглядело. И завались еды. Я так поняла, они нанимались русских женщин, и там были традиционные наши оливье, винегрет, всякие-всякие-всякие вкусняхи. И всякие-всякие вкусняхи, тортики. Было обалденно. Ну, в общем, в церкви происходило, кстати, в этой церкви происходил мой baby shower. Если кому интересно, тоже красивый зал. Там была церковь, где была церемония, а также была зала, где был пир. Но не было танцев. Я так понимаю, что во многих русских церквях не приветствуется, в славянских церквях не приветствуются танцы. Я не знаю, с чем это ассоциируется. Видно, они какие-то связаны с их верой. Но там было много людей, которые подходили и поздравляли, либо читали стихи, либо пели молодым. Ну, в общем, было немного по-другому, но тоже было интересно. Следующая свадьба, это была в гольф-клубе. Тоже пара была постарше, уже при деньгах. Они арендовали гольф-клуб, сама церемония была во дворе, это было начало осени, ну, где-то вот примерно вот сейчас, сентябрь, начало сентября. Церемония была снаружи, были поставлены стульчики с таким вот алтарем, да, было очень все красиво, а потом внутри в гольф-клубе там была зала. Там была горячая еда, там был выбор разных горячих закусок. Не помню точно, что было, по-моему, что-то было китайское, по-моему, были какие-то тефтельки. Несколько выборов таких, было достаточно еды, чтобы чувствовать себя комфортно, удобно и не голодным. И традиционный торт, и также были танцы, диджей, и так как это была русско-американская свадьба, также были немного наших приколов, типа кто-то украл невесту, и удивленные американцы потом платили выкуп. Ну, там было много русских, ну, также американцев. И так что молодых послали на медовый месяц с хорошей жменькой наличных. Следующая свадьба, это тоже была молодая пара, и они арендовали в центре города тоже очень красивый старинный отель. Тоже красивые детали, только в другом городе, не в Талсе, а это уже было в Арканзасе, в Little Rock. Там была зала с фуршетом. Вначале это было как закусочный торт, где была такая гора красиво оформленная фруктов, сыров, нарезки. Это было начало. Потом было горячее, тоже несколько выборов горячих блюд. Не очень много, но вот... Нет, по-моему, была горячая там картошка, вот как сторона картошка, потом вот мясо выбор и вот такое. Уже много времени прошло. Одна зала была вот для еды, другая зала была для танцев, и церемония была в том же зале, и было диджей, были танцы традиционные американские, макарена, и также у нас был бар, да, был бар. Так, где можно гостям было пить алкоголь. Ну, я не пила, так что ничего об этом сказать не могу. Следующая свадьба, тоже молодая пара. Они арендовали залу в гостинице. Тоже одна комната была для церемонии, вторая комната там, где были столы. Там были закуски, тоже несколько разных закусок горячих. Достаточно, чтобы не быть голодным и...
но не переевшим, чтобы танцевать. Был диджей, был торт. В общем, достаточно все прилично. Следующая свадьба была тоже, я даже не знаю, как, что за комната это была, видно, специально для свадеб сделанная. Молодая пара также, но сама комната, ну как, само здание может быть не такое прям красивое, но так как его украсили, все было намного все красивее. Там были разные всякие деревья покрашенные в огоньках, потом вот тюль висел с огоньками, и как-то все это было сделано, сделала комнату очень сказочно. Они специально наняли женщин, которые этим занимаются. За место, а у них была горячая еда, тоже там то, что они выбрали, там мясо, которое они выбрали, картошка, там овощи, и каждый подходил и себе брал, типа как фуршет. И, но в этой свадьбе тоже был диджей, кстати, тоже были танцы, но в этой свадьбе не было традиционного торта. Заместо традиционного торта у них была как двойная тарелка с маленькими капкейками. И каждый капкейк была такая шоколадная буква ихней фамилии, новой фамилии невесты. Так как у них, у жениха уже было двое детей, и невеста сама молодая, это был ее первый брак, но уже, знаете, у них было общение с детьми, и они решили сделать это более как kid-friendly, для детей более удобно. Следующая свадьба была тоже в комнате, арендованное помещение специальное. Я так поняла, это здание как раз практиковалось, чтобы у них было несколько комнат с видами на океан. Санта-Крузе. Комнату сделали. Свадьба была не очень большая. Там были столы уже накрыты. И заказ жених с невестой заказали меню. Нам также приносили официанты тарелку, которая уже была заказана. По-моему, тоже нас спрашивали, какое мясо мы будем есть. И нам приносили. Но куда ни глянь. Комната может сама, ну как, было красиво накрыты столы, все такое, может так себе простенько, но куда ни глянь, были вот эти огромные окна с видом на океан, и это было потрясающе. Но самое важное, что я смогла сделать благодаря этой свадьбе, у меня есть классная фотка в вечернем платье на берегу океана, Тихого океана в Санта-Крузе. Следующая свадьба. Я была две недели до родов в Тринити. Я была очень-очень беременна. Я взяла платье от мамы, куда я могла сунуть свой живот. И эта свадьба была в церкви. И при церкви была тоже комната, как столовая, где они делали небольшой фуршет. Вы знаете, и похоже, это все было как домашнее приготовление торт. Очень-очень простой торт. Пунш. И там тоже конфетки, ну, короче, сладкий стол, никаких танцев не было, вот именно церемония. И очень так, знаете, они еще как-то так украсили все как вот в таком стиле, как кантри, знаете, мешковиной там обвешали. Ну, очень-очень так просто, как по-деревенски, но со своим шармом, вы знаете, было прикольно. Следующая свадьба, это, наверное, была самая крутейшая свадьба, на которой я была здесь. А жених, это был его второй брак, он очень успешный бизнесмен. А свадьба происходила в таком резорте в горах в Миссури. И в этом резорте была маленькая церквушка. Я не могла туда продвинуться. Я хотела присутствовать при церемонии, но Тринити решила, что она будет плакать. Я, конечно, это не устроила молодоженам. Я под окнами, короче, подглядывала. Но это была такая церквушка, построена в старинном стиле. Знаете, как в дальние времена в Америке были вот такие маленькие церквушки. Фоток нету, я извиняюсь. Очень-очень прикольно. И после этого
с этой церквушки нас отвез автобус к другому зданию. Честно говоря, мы даже не ожидали, что будет. Ну, ресепшн, говорят, ресепшн. Ресепшн — это значит, вас чем-то кормить будут. Но это не знаем точно, это будет ужин или это будет просто там сладкий стол, какие-то закусочки. В общем, мы зашли туда и видим, что там уже стоит торт. И был фрукта, кракеры, сыр. Ну, я думаю, ну ладно. Здание было очень красивое. Тоже все в таком стиле, вот, знаете, старинном, но в то же время, знаете, как будто вы где-то в лесу. Много вот дерева, много таких узоров красивых, такие камины шикарные. Две такие комнаты и полные столов. И одна комната была предназначена для детишек или родителей с детишками. Там были столы для них, где они могли рисовать, там клеить, короче, какие-то аппликации. В общем, потому что у жених сам вышел из семьи с 8 детьми. Короче, у него столько родственников, так что ожидалось много-много детей. И так оно и было. Я думаю, ну ладно, закусим, хоть красиво, знаете, увидели все. Потом появились жених с невестой, обычно их объявляют, да, они заходят. И нам сказали, что через столько-то минут будет ужин. Я так, о, круто! И, в общем, через некоторое время открывают двери в еще комнату, и эта комната огромная, и каждый угол этой комнаты, каждая стена, она была усыпана горячими закусками. Я столько еды еще не видела, там было столько еды, столько выбора, разные виды мяса, там вам и курица, и морепродукты, и говядина такая, и свинина такая, и несколько видов, там вам и картошка, и рис, и макароны. Это было просто шикарно. Мы туда ходили, ели, вот там. И мои дети смогли наесться, так как выбор был большой, и мы. И потом уже, конечно, был торт, был диджей, были танцы, был открытый бар. Не просто там вот это шампанское, это все, что вы пьете. Вы идете в бар, что вы заказали, какой напиток заказали, это все оплачено женихом и невестой. С вас никто ничего никогда не брал. Все, могли пить сколько хотели. А также была еще вот эта комнатка, где можно делать фоточки. Там были специальные наряды, где можно там то усы, то очки, то еще прилепить и семейно делать эти фоточки. Тоже было, ну, много прикольного для детей. Следующая свадьба была тоже какое-то особенное здание. Его арендовали для этого, я не знаю, это специально, ну, видно, тоже для торжеств такое здание. Оно, может, не такое большое было, но с видом на великолепные горы. Свадьба происходила в ноябре, нам повезло с погодой. Сама церемония была снаружи, тоже с красивым видом. И после этого мы были внутри. Свадьба, знаете, тоже была вот это такое... Украшены столы с таким очарованием, как вот деревенским, простым, но очень-очень милым, очаровательным стилем, знаете. Мне очень понравилось. Небольшие букетики, но все очень очаровательно было. И было два выбора еды. Ну, был салат, и потом два выбора горячей еды. Это была лазанья, и это была курица Альфредо. И каждый приходил себе. Ну, и, конечно, торт под конец. Не было диджея, но была просто музыка. Боже, я столько наболтала, это просто офигеть. А после этого было две свадьбы, которые я сделала влоги. Это я вам поставлю ссылочки. Одна свадьба была тоже по-простенькому, в церкви, потом переходили, и было как разные сладкие закуски. И вторая была просто шикарная, в гольф-клубе, тоже церемония была снаружи, с красивым видом на пруд, и потом заходили в очень красивый
здание в гольф-клубе, очень красиво все там сделано, украшено, столы были, скатерти, даже вот маленькие какие-то печеньки с инициалами невесты и жениха на ваших тарелочках, там приносили каждому закусочку перед тем, как жених и невеста появились в зале, и потом жених и невеста сказали время ужина, и каждый шел, там был как типа фуршет, и набирал себе в тарелку. И, конечно же, торт, там был диджей, танцы, было очень весело, кому интересно, я поставлю ссылочки на эти видео, чтобы у вас было представление. Что я хотела сказать, нету стандарта для американской свадьбы, каждый делает как ему удобно, как ему нравится, и в этом свое очарование, здесь нет такого, чтобы бросить пыль в глаза, это просто празднество, каждый празднует как ему позволяет на это карман и как ему нравится. Спасибо за внимание. Итак, друзья, так как я сегодня уже написала за 35 минут, я буду пытаться это вырезать как можно больше, что я смогу вырезать. Поэтому я буду прощаться уже с вами сейчас, посреди дня. Огромное спасибо за просмотр, вашу поддержку, комментарии, лайки, подписку и просмотр рекламы. Я желаю вам спокойной ночи, до новых встреч и бай-бай. Mm-hmm.